Понимаете, то есть женщина дает энергию любви, и надо восполнять. Вообще, если говорить о восполнении энергии любви, то это классика для всех женщин одинаковая. Вот какая это классика? Нужны подружки, которые, с которыми ты будешь мягкий, такой добрый, нежный разговор вести, и они тебя наполняют. Женщину наполняют не дети, не муж, они расходуют. Это расходование приятное, нужное человеку, женщине, но оно все, это расходование. То есть женщина тратит силы на родителей, на детей, на мужа, на квартиру, на все это она тратит силы. Она берет силы только из трех источников. Из подружек, из природы и из храма. Или, допустим, вот лекции слушать, это тоже такая нравственная или духовная деятельность. Если женщина не пополняет силы, какой она становится? Капризной, замученной, несчастной, агрессивной, ленивой, болезненной. Понимаете, то есть если женщина теряет силы, что с ней происходит? Она, первое, что происходит, у нее портится настроение, она начинает выносить мозги мужу.